Уважаемые зрители, мы никогда ничего не придумываем, а показываем все, как есть на самом деле. Итак, отделение милиции в Сухуми. Ты число не записал? Алло, мамука, ты деньги нашел на свадьбу? Ай, молодец. Ну тогда вечером форму занесешь? Давай. Украли! Преступление! Кража, слышите? Что случилось? У моей жены сумку украли. Как выглядит жена, блондинка или брюнетка? Какая разница, как она выглядит? Для следствия все мелочи важны, понятно? Конечно. Где совершено преступление? На пляже. Есть фотография жены в купальнике? Есть. Дай сюда. Мужики! Зюбы. Сигарет не будет у вас, а? Да, конечно, ради бога. Что? Возьми. Спасибо. Давай, давай. Я тебе 100 раз говорил, поди камеру закрой. А, простите, а вы кто по званию? С утра был капитан, а что? Как это с утра? Ну, у нас сейчас новое постановление о присвоении званий. От 70 до 80 килограмм капитан, а от 80 до 90 килограмм майор. И так далее, в общем. Сколько там? 62. Я каждый день ем на ночь. И до сих пор младший лейтенант. Этот метаболизм мне всю карьеру сломал. Хорошо. Кого-нибудь подозреваете? Конечно. Это был кто-то точно из абхазов. Отлично. Это же сужает круг подозреваемых. Уже не 6 миллиардов, а 120 тысяч. Да? Да. Скажите, мужчина, женщина? Мужчина. Отлично. Вот видите, 60 тысяч. Да? А нос у него какой был? Вот такой большой с горбинкой или маленький аккуратный? Большой с горбинкой. Отлично. 60 тысяч. Да? Вот видите, конечно. Сейчас найдем, не переживайте. Алло, Хасик, как тебе не стыдно, слушай, а? Люди к нам приехали отдохнуть, ты подбегаешь, сумку хватаешь, куда-то убегаешь. Не ты? Ладно, извини. Сейчас найдем. Такие дела мы щелкаем. Алло, Даур, как тебе не стыдно, слушай, а? Люди к нам приехали отдохнуть, ты подбегаешь, сумочку хватаешь. Не ты? Ладно, извини. Сейчас найдем. Что там нам осталось, умоляю? 59 998 человек. Сейчас. Алло, Тимур, иди сюда. Подожди, я работаю. Как ты со старшим по званию разговариваешь? Сюда иди. О, 83. Ремень сними. Ремень сними, ремень. Сними, сними. Давай, давай. Подними. Подними, подними. Почему рука дрожит? Холодно, без ремня. Ладно, идем сюда, продолжим. Я вас попрошу быть предельно внимательным. Сейчас мы составим фоторобот. Да. Давай. Так, губы у него были примерно вот такие. Нет. Вот такие? Нет. А, вот такие? Да, вот такие. Отлично, запомнили, хорошо, идем дальше. Хорошо, тогда, ага, нос понятно. Так, глаза у него были вот такие? Нет. Вот такие? Да, вот такие. Точно? Точно, ага, помню, да. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Так, прическа у него была вот такая? Нет. Вот такая? Нет, нет, нет. А, вот такая, да? Вот, да, да, вот такая, да. Отлично. Хорошо. Зафиксируй лицо. Так, положи на ксерокс. От ксер. И во все участки Абхазии. Я хочу, чтобы сегодня, это вечером, было раскрыто дело. Хорошо. Понял? Давай. Дайте ваш паспорт. Его нет, он был в сумке, его украли. В Абхазии без паспорта нельзя, мой дорогой. Что делать? Как зовут?
Федор Николаевич. Федор Николаевич. Петренко. Отчество не обязательно. Так. Пока вот с этим паспортом походите. Хорошо. А! Дай сюда, совсем забыл, слушай. Вот. Пока вот с этим паспортом походите. А сегодня... фотография? Дай сюда фотографию. Фотография. 9 на 12. Так, вот пока вот с этим паспортом походите. Похоже. Сегодня... А, Тимур! Отлично, вот паспорт сделал ему только что. Так, ваши документы. Он же в федеральном розыске, слушай. Не может быть, слушай. Посмотри! Да что здесь такое происходит, а? Что? Я, между прочим, уважаемый человек! Где бандитов уважают? Покажи мне! Как вы смеете? Подожди, Гуру. Присядь, успокойся. Я убью его. В Абхазии так дела не делаются, подожди. Есть с собой 500 рублей? Нет, только 1000. Что? Только 1000. Давай 1000, я договорился. Да какие 1000? Это коррупция! Я не дам вам никаких денег! Давай нормально разговаривать! Я слушаю. Возьмите свою сумочку и дайте поспать. Вот видишь? Видишь, как мы работаем? Мы его еще год тому назад поймали. И запомни. В Абхазии коррупции нет. Есть взаимопонимание. Понял?